сорт томата Марс Грин. Этот сорт из США. Марс зеленый. Это среднеспелый сорт. До его созревания проходит от 100 до 110 дней. Высота куста до 1,5 метров. Требует посынкования, обязательной подвязки. Оставить на растении можно 3 стебля для получения хорошего урожая. Плоды округлой формы, светло-зеленые, с розовым отливом. На вкус этот томат сладкий, без ноток экзотики, с приятной кислинкой и сладостью. Сейчас определим вес одного томата. 104 грамма. И разрежем. Вот такая вот зеленая мякоть остается даже при полном созревании. Очень сочный, хорошо подойдет для употребления в свежем виде. И также на огороде кусты смотрятся очень-очень необычно с такими томатами. Выращивать этот сорт можно как в открытом грунте, так и в теплицах. Очень урожайный и болезнестойкий сорт.